Добрый день, любое время суток. С вами снова Парагвай. На самом деле небо гораздо светлее, и тучки легкие-легкие, но почему-то на телефоне темные. Нет, у нас хорошо, тепло, снова солнышко. Так что всех вас снова приветствует Парагвай. Южная Америка. Морозов нет, хорошо, тепло. Все цветет понемножку. Вот даже деревцо тут листики стало выпускать. Вот такие вот маленькие-маленькие. И это хорошо держится. Коралловая, надеюсь, примется. Так все хорошо. Как мы его называем, паразит. Тоже хорошо выглядит. Замечательно. Вот. Ну, по весне будет работа. Сейчас пока нет. Травка не растет, зима, красота. Косить не надо. В общем, вот такие наши очередные новости. А Вова еще занимается благоустройством. Еще хочет для новых хозяев оставить красиво. Убирает, пришел снова Виктор, вот такую красоту наводит. Там еще одна пальма, еще стоят, разговаривают, общаются. Делает такую красоту. Вон какую красоту он сделал. Ух, и маленькую даже обработал. Вот как, оказывается, пальмы должны выглядеть на самом деле правильно. Красиво. Уже немножко мистель уже вон зелененький. Вон уже сколько. Уже все. Уже плоды на деревьях. Вот они. Это кто-то шуршит. Вы, шурушалки. Шурушалки. Угу, угу. Мама с сыночком. Сыночка у нас этого уже просят эти корейцы. Наверное, будем отдавать, потому что толку иначе не будет, когда он с мамой. Что-то все не то. Какой-то он дикий, боится. Вот сейчас будет убегать. Вот, вот. Не дается никакого. Вот, все. И хозяина не признает, только рядом с мамой. Это плохо. Надо разделять. Ой, как красиво Виктор обработал. Все пальмы. Так замечательно. Прям вот они теперь ровненькие-ровненькие. Вот внизу они должны быть чистые, оказывается. Мачете он все это срубывал. Все это надо убирать. Тогда будет красиво. Я обещала вам, друзья, показать по поводу авокадо. Вот второе авокадо поспело. Уже мягкая, хорошая, прелесть. Я вот половинку порезала. Прекрасная, хорошая авокадо, несмотря на то, что оно вот такое кажется... Немножко как побитая. Чистейшая внутри. Просто прелесть. И вот такая вот тоненькая кожурочка. Все. А так все чистенько, все замечательно. Понравилось. Спрашивали, какой сорт, друзья. Извините, не знаю. Вот что дали, то посадили. Без понятия. Главное, что вкусно и выросло. Как всегда, у меня будет морковка по-корейски. И вот уже готовая. Авокадочка. Сейчас еще половинку порежу. Где-то дня 4 оно спело. И теперь мягкое и отличное. Вот это манго молодое тоже уже начинает выбивать. Вот они, свечки. Не только за домом, но и здесь. Вон уже их сколько. Угу. Вот. Так. Где еще? Вот здесь уже начинает. О, сколько здесь. Вот, 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 вот. Ух. Ну, будем верить, что все сохранится и ничего не замерзнет. И будет много-много манго для наших новых уже хозяев. Будет деток баловать это дерево. Хочется в это верить. Какой красивый кот в гости пришел к Лизе. К Лизке, к нашей.
Ох, какой красавец! Пушистый, здоровый котяра. А Алиска сверху. Да, кто это тут пищит? Ну, ты же не выходишь на улицу. Ты у нас умничка. Не надо на улицу выходить. Коровки идут. Что-то сегодня они так разбрелись, не торопясь. А тут умненькие ждут, когда им откроют. Тут закрыто. Да, сейчас им откроют. Ждут. Ох, умные. Никуда дальше не пойдут. Вон хозяин, там остальные гонят. Ой, друзья, у нас сегодня день какой-то гостей. Сначала были корейцы. Привезли свою Марию, которая живет в Канаде. Приехала сюда к родителям в гости. Хотела познакомиться с нами. Привели. Ушли. Теперь вот новые люди приехали. Вот это наши девчонки, это наши. А вот этот парень, его зовут Давид. Он из Польши. Так что у нас тут... Из-под Варшавы, папа сказал, да? Да, из-под Варшавы. Из-под Варшавы. Вот его папа. И приехали в Парагвай посмотреть. И добрались даже до колонии. Вот. Да, Лёша их привез. И вот они уже общаются. Так что вот всем привет из Польши. Я очень рад быть здесь. Где вот. Могу лично услышать этот голос, который нам много всего прекрасного об этом месте, об этой стране рассказал. Ой, спасибо, комплимент. И увидеть этого мужика, этого человека, трудягу этого. Да, трудится, постоянно. Вон опять помпу да, что-то ремонтирует. Коляски какие-то. Так вы надолго к нам в колонию? Мы приехали вообще на 2 недельки, чуть больше, 2 там и 3 дня. Угу. А получилось так, что наш друг заболел, и нам надо было быстренько искать другой вариант какие-то, так? Нет. Он как-то получил телефон к Марии. И доехали даже и до колонии. И они согласились нас приютить. Угу. Мы очень благодарны им и Богу. Это они у вас сейчас, да? Да. Ну и как вам колония на первый взгляд? Да, приятное, приятное ощущение. Хотя, конечно, пейзаж и все остальное отличается так от нашей, как бы. Ну да, там, Европа-то. Так, Европа. Там более все такое сконденсированное, ближе всего. А тут большие пространства, как бы больше свободы во всем видно, так? Также по-другому немножко, но не столь важны для нас там обстоятельства, как бы тут и такие земные, но чтоб общения хорошие были. Mm-hmm. Я вижу здесь много хороших людей. Спасибо, спасибо. Сынуля подтверждает, да? Да, да, конечно. Точно так, как папа сказал. Молодец, Давид. Молодцы. Ты не боишься меня? Не-не-не. Я не боюсь, здесь работать много надо, Давид. Ну то хорошо. Мужики уже нашли общий язык. Они уже тут. Да? Проблемы решают. Как хочет. На Тесло. На Тесло. Ну, мужики всегда найдут тему для разговора. Нас всегда техника интересует. Это точно. Вот типа такой бачок, мы сейчас будем помпу проверять. Там про помпы, про все на свете. Володя, как всегда, работает. Что-то там опять проверяет, что-то делает. Кошки, как всегда, здесь все прыгают. Но я что заметила? Этот мистель-то зеленый. Вот, еще не поспел. Вот еще другая. Ой, и этот здесь. О, о, о. Вот, опять кино бесплатное. Тут как тут. Ой, малышня, весело им. Отвлеклась. Значит, этот мистель еще зеленый. И второй мистель тоже еще не поспел. А вот другое дерево уже желтое. Вон сколько там. Желтых уже плодов. Сейчас посмотрим поближе. О, сколько. Уже все желтое-желтое. Собирать надо. И можно уже и варенье варить. Но мне тоже не хочется. Что же я буду варенье варить? Кому? Кто его кушать будет? Уже нет. Так долго мы здесь не будем.
Вон такие красавчики. Так, сейчас попробуем сорвать. Ну. О, какое сочное. Сколько сока. Ох, кисловато немножко. Но вкусно, кисло-сладкое. Надо позвать, кому надо, пусть собирает. Урожай. А вот авокадо. Вау. Все усыпано в цветах. Посмотрите, как цветет. Ой, сколько много. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так вот получается тоже, да. Урожай будет шикарный, я так думаю. Вон сколько всего. Каждая ветка усыпана, каждая ветка. Но не для нас. Для нас было только вот 4 собрала. А это уже новый урожай. Интересно, как здесь все. И плоды только упали, и уже цветет. Все вместе. Но надо же, как рясно. Каждая веточка, буквально каждая. Ох, у нас уже вот начинает розододендрон цвести. Вот уже 2 красавчика. Ах, какая прелесть. Теперь еще немножко, и все зацветет. И с этой стороны дома, и с другой стороны дома. Да, вот уже завяз вовсю уже. Везде, везде, везде. Ох, красоту вам скоро покажу, друзья. Будем любоваться вместе. Вот на такой вот ноте. Хорошей, теплой, цветочной. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Здоровья. С вами был Парагвай. Ах, я снимаю камеру, точно. Да. Да.